бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Дармоедова. Гость этот был званым, потому как умел хорошо лечить от всяких болезней. И излечил он Сару, та и родила на лето мальчика. Рос он крепкий, красивый, да не по дням, а по часам. Но семью давили пресс бедности и безысходности. И тогда сказал юный Мойша Степан: «Я клянусь, мама с папой, вам своей единственной коровой, мы будем жить достойно и красиво». Побежал Степан в аэропорт, выиграл там в карты самолет. Повела она Мойшу Степана в королевскую опочивальню. До возвращения короля с рыбалки не выходили они. А после всего, через 7 дней, подарила королева Мойше Степану Мерседес 600-й, да кредитную карточку на 50 миллионов долларов. И маленький кулончик повесила на шею с изображением обнаженной королевы. Мойша, Мойша,
Степан домой и стал почетным гражданином своей страны. Женился на манекенщице из России, и были у них детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.